специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Супруги Кравцовы из Нижнего Новгорода хотят купить у соседки квартиру. Какое условие они должны соблюсти, чтобы договор купли-продажи был признан действительным? Правильный ответ. Договор должен быть нотариально удостоверен. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. После развода родителей Маша жила с мамой. Вскоре отец умер. Может ли Маша получать пенсию по потере кормильца, если не проживала с ним до его смерти? Да, может. Да, но только если она была зарегистрирована с кормильцем по одному адресу. Нет, такого права она не имеет. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».